Рыбу, овощи и фрукты, молочная продукция, сладости и многое другое. Изобилие продовольственных товаров по сниженным ценам было представлено в минувшие выходные на очередной губернаторской сельскохозяйственной ярмарке. На этот раз торговля развернулась за Свияжье около торгового центра «Звезда». Сама ярмарка получила название «Фестиваль рыбы». К слову, вся продукция, представленная на ярмарках, проходит строгий контроль. За качеством и безопасностью следят специалисты ветслужбы и Россельхознадзора. Наш губернатор очень много уделяет внимания нашей безопасности в регионе. Мы раз в квартал собираемся, собираем штаб. Мы разработали доктрину по продовольственной безопасности, по обеспечению продуктами Ульяновской области. И хочу сказать, что большая работа проделывается. 380 машин и палаток, за своеобразным прилавком которых фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств региона. Вот, например, 26-летний Павел Илюнкин из Меликесского района. Молодой человек завсегдатый губернаторских ярмарок. Сначала собственным производством подсолнечного масла занимались родители. Теперь дело перешло в его руки. Сами сажаем семечки, своя маслобойка, жмем масло. В основном мы работаем по ГОСТу и делаем первый холодный отжим масла, не жареное, потому что первый холодный отжим он болезнее, чем жареный, не выделяется канцерогены. Кроме продуктов, на фестивале рыбы жители областного центра охотно скупали свежую прессу. Киоск с газетами и журналами удачно вписался в общую концепцию праздника торговли. На ярмарке мы представляем всю нашу продукцию издательского дома. У нас теперь есть замечательный киоск на колесах, с которым мы будем ездить и представлять наши издания. Это, думаю, приобщит наших людей к тому, чтобы читать больше, выписывать газеты, покупать. Пенсионерам и гражданам с ограниченными возможностями здоровья с доставкой продуктов помогали народные дружинники и волонтеры. По старой доброй традиции на сцене народ развлекали песнями, танцами и частушками. Всего ярмарку в Засвияжье посетили 20 тысяч человек. Вот я по 7 рублей капусту взяла, у нас там 9 на промышленной. Ходим и с детьми, и с женой ходим. Ну, вот сегодня детей дома оставили с бабушкой. А чем так нравится? Покупайте что-то? Ну, картошечку, да, вот сейчас взяли, пару мешочков. Ну, сейчас вот идем масло покупать. Знаете, разнообразие. То я куплю траву, то это лечебную. Ну, мед иногда, мясо. Следующим эстафету осенней сельскохозяйственной ярмарки в Ульяновске примет Ленинский район. Торговля развернется на улице Минаева 25 ноября. Рената Алиулова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.